Борьба за наследство, отказ в предоставлении субсидии или земельная тяжба. С этими и многими другими юридическими вопросами запорожцы могут обратиться в Центр бесплатной правовой помощи. С 1 июля этого года в нашей области откроются 17 таких бюро. Об этом рассказали специалисты Главного управления юстиции. Отмечают, в нашем городе уже действуют два подобных центра – на проспекте Соборном 77 и на площади Профсоюзов 5. Вторичную правовую помощь там могут получить в первую очередь малообеспеченные семьи, инвалиды, ветераны, временные переселенцы и участники АТО. Специалисты подчеркивают, все услуги абсолютно бесплатны. Но, уверяют, это никак не влияет на их качество. Кроме того, специалисты напомнили и о новшествах в системе оказания админуслуг. К примеру, теперь желающие могут подать заявку на регистрацию брака онлайн или получить свидетельство о рождении ребенка прямо в роддоме. Рождается ребенок, и граждане ежедневно вторник, среда, четверг и пятница с 9 до 10 часов утра дежурят в этих учреждениях сотрудники органов регистрации актов гражданского состояния, которые принимают заявление на регистрацию рождения ребенка, а на следующий день в это же время выдают документ о рождении ребенка. Во всех учреждениях, которые есть в Запорожской области, такая услуга предоставляется. То есть каждый имеет возможность покинуть учреждение родовспоможения уже со свидетельством о рождении.